Хочу отметить активное участие в этих выборах наблюдателей, представителей СМИ и блогеров. Это говорит о том, что выборный процесс проходит абсолютно независимо и прозрачно, и тысячи заинтересованных граждан могут наблюдать за ходом выборов через сеть интернета. Таким образом, ни одно из нарушений не может быть незамечен. Красные ящики – это для выездного голосования, это для инвалидов, пожилых, по состоянию здоровья. У нас есть специально обученная группа, которая составлена из наших членов участковой избирательной комиссии, а также из наблюдателей полицейского. И на специальной машине они объезжают все дома по заявкам. Это же не первый участок на сегодняшний день, который мы проверили, но не считая того, что я сам уже проголосовал в 8 часов в Новогорске. Я констатировал, что участки открываются вовремя, все участки находятся в отличном, идеальном состоянии, информация про кандидатов в губернаторы вывешена, все необходимое присутствует, наблюдатели присутствуют, считаю, что все в порядке.